А я тут познакомился с соседом по подъезду, Анатолий. Но я вышел на улицу, сижу. Он такой: можно? Я говорю: конечно, можно. Анатолий. И где не появлялся, сразу представлялся. Ну, как тут обстановка там? Я обстановка как обстановка. Живем там, выпиваем. Я ему сразу такой: стольничка нет. Найдем. Найдем, да. А ему тоже бухануть хотело. А он уже под датой вышел. Он чекан уже. Сандалил. Ну, он сразу нашел стольничек. Раз, я говорю: слушай, Толь, а может, давай я не пойду эту левую водку брать за 100 рублей. Может, в магазине? Да бери в магазине за 274, что ли, там это. Хорошую взяли. Валюта. Ага. Вот. Ну, выпили с ним бутылку. Тут Шульц появился. Он еще такой: так, ребята, я понимаю, что нужно еще. Пятихатку еще достает. Ага. Такой раз. И мне пятихатку дает. Я пошел еще водки взял, закусить взял. Ну и так, я пришел домой, я не спал всю ночь. Я как раз смотрел книгу Илая эту ночь. Вот. Потом что-то слушал на DVD, смотрел. Ну, это, видать, водка хорошая была. Да, потому что от этой рубит. От этой рубит вас всех. А эта водка была хорошая, тем более под закуску. Ну, еще пришел домой, как всегда, блин, кастрюлю борща навернул. Ну, понятно, да. У меня такой-то мужик на работе был, да, никогда не болел. Говорит: а что мне болеть? Я, говорит, приду домой, блин, кастрюлю борща влуплю, и хорошо, это нормально. Ну, да. Но тот мужик тоже чудил, блин. Он там, мы на тяжелом производстве работали, на очень вредном, блин. Он там один раз пришел домой, а ему жена кастрюлю борща наварила без мяса. Он эту кастрюлю борща в форточку выкинул. Я орет такой: да ты что, охренела? Я тут гроблюсь, блин, я что, тебе мало денег зарабатываю, блин, а ты мне тут борщ без мяса подсовываешь. Вот такая она, фигня. Она откладывала на туфли или на сапоги. Да, он там про нее много чего рассказывал. Говорит: вообще дура, одурела. Я, говорит, ее там типа с ней сексом занимаюсь. Она, говорит, такая в потолок смотрит и говорит: надо бы потолок побелить. Я говорю: ты что, охренела, что ли, совсем? Косячила она в него. А потом она как-то уехала, типа, к родителям, что ли, в деревню, блин. Вот он там дней 10 квасил, короче, жрать ему некому было готовить, а на работу ходить было надо. Вот он ролл-то назаварит, вот этот кубик, блин, выпьет его, как бульон, бы, блин, да? Да. И, короче, в итоге он там на остановку вышел от голода, завалился там в голодный обморок. Пришлось его на больничный брать. Вчера тоже, ну, я что-то сейчас ночами спать перестал. Смотрю то музыку, то кино, то читаю. Заварил себе 2 бич-пакета. Ролтон. Блин, мне понравилось. С удовольствием я съел. Конечно. Маринетика туда еще добавил. Ролтон, он нормально с похмелья прет. Как Кеша говорит: Ролтон. Ролтон. Я спрашиваю у него, вот мы ходили на рыбалку, говорю: зачем ты чайник взял? Он такой: уху варить с ралтоном. Я думаю, ну ты даешь. Белорусская уха с ралтоном. Круть.